Вот видите, мы с вами уже вышли с территории усадьбы Кускова. Собачки играют. Видите, вода очень чистая. Прям гладь воды. То, что я вам говорила, да, если вдруг у вас какой-то запланированный небольшой пикничок и так далее, да, на самой территории усадьбы пикники устраивать запрещено, поэтому люди сначала гуляют, наслаждаются, потом переходят на противоположную сторону, это вот здесь вот, да, и ищут какое-то местечко, да, где можно спокойно перекусить. Здесь, видите, очень много рыбаков. Здесь какая чистая-чистая вода. Вон собачки резвятся. Так, я пойду искать, потому что я, как всегда, потеряла. Я такой человек увлеченный, да, увлекаюсь тем, что мне конкретно интересно. И, соответственно, всегда теряю своего экскурсовода и свою группу. Сейчас пойду искать. А вас хочу оставить, да, вот с такой гладью воды. С людьми, которые отдыхают, да. И вдалеке уже уходящие усадьбы Кускова. Так, попробую интуитивно пойти найти. Но не очень уверена, что у меня это получится. Слушайте, какая вода чистая. Красота. Видите, у рыбаков даже есть улов. Сейчас мы посмотрим. Что это? Ой, там что-то плещется, видите? Не знаю, что за рыба, конечно. Я не рыбак. Но видите, какой улов? Достаточно большая рыба. Так, идем дальше. Видите, открывается вид все лучше и лучше. Пока, вы знаете, я выходила из усадьбы, позвонила моя любимая подруга, которая думала, что я на даче в Сиреневом, как говорится, саду пью чай. Когда она узнала, что я в усадьбе Кускова, очень обрадовалась, так как это ее родные места. Попросила меня об этом помнить, что ее детство до 7 лет прошло практически в этой усадьбе. И ей, как она говорит, облюбован. И какую-то фразу она культурную, правда, сказала, сейчас не могу вспомнить, да, каждый уголочек. Что она там отметилась, как говорится, в каждом уголочке. Вот, поэтому, пользуясь случаем, хочу передать своей любимой подруге, которой, я говорю, звонила только что. Привет, Танюшка. Надеюсь, что будешь смотреть мое видео, собственно, как ты обычно смотришь все видеоролики, которые я тебе присылаю. Я передаю тебе привет и показываю твои родные места. Как ты говоришь, места твоего детства. Видите, извиняюсь очень, если трясется камера, поскольку это достаточно быстро. Здесь на самом деле очень много народу, и нужно еще как бы это нивелировать, чтобы тебя не толкнули, ты никого не толкнул. Поэтому еще раз говорю, если кто-то хочет посетить в более интимной, да, такой спокойной обстановке, конечно, такие места надо посещать рано утром. Сейчас уже 4 часа дня. Приехали, если вы помните, мы сюда в час дня. Вот, кстати, в час было не так много народу, как сейчас.